По данным опроса Общероссийского народного фронта, движения против рака, а также Всероссийского союза пациентов, в нашей стране довольно остро стоит проблема нехватки льготных лекарств. Результаты исследования говорят о том, что более 70% опрошенных граждан льготной категории вынуждены за свой счет покупать медицинские препараты. Мы обратились в Министерство здравоохранения республики с вопросом, испытывают ли крымские льготники трудности при получении лекарств. В Крыму с льготным лекарственным обеспечением ситуация обстоит неплохо. У нас были определенные технические трудности на этапе формирования процесса льготного лекарственного обеспечения, но через эти трудности прошел любой регион Российской Федерации, потому что это изучение спроса, изучение необходимого перечня препаратов в регионе, изучение потребностей в льготных лекарственных препаратах, как по федеральной, так и по региональной льготе. То есть это определенные сложности становления льготного лекарственного обеспечения. В Крыму существуют две категории льготных пациентов – региональные и федеральные. К первой группе относятся люди с серьезными заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сахарный диабет, онкология и другие. Всего в перечне 24 наименования. Под федеральную категорию попадают пациенты, которые помимо патологии имеют еще и инвалидность. Сегодня в Крыму порядка 56 тысяч федеральных льготников и 240 тысяч региональных. Как сообщают в республиканском Минздраве, несмотря на переходный период, ситуация с лекарствами стабильна. Острой проблемы не стоит. В принципе, все препараты доступны, все препараты есть в наличии, есть также и препараты, жизненно важные и необходимые лекарственные препараты по перечню соответствующего всех наших аптеках, рецепты тоже доступны. В государственном унитарном предприятии Республики Крым-Фармация заявляют, трудности, которые ранее могли испытывать пациенты, были связаны исключительно с нормами 44-го федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров. Проблема касалась поставки сахароснижающих препаратов, тест-полосок и инсулина. Крымские фармацевты заявляют, сегодня все медикаменты завезены на склад. В настоящий момент на территории Республики Крым осуществляется поставка, бесперебойная поставка льготными препаратами для отдельных категорий граждан. Естественно, если существует какая-то острая необходимость, мы принимаем все необходимые меры для решения данной проблемы. В свою очередь, Министерство здравоохранения Республики уверено, впереди еще очень много задач, которые предстоит решить. Каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь и не должен испытывать трудности для ее получения. В противном случае люди могут напрямую обратиться в профильное министерство. Егор Зайцев, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.